В межвузовском кампусе Евразийского НОЦ будут создавать новые фармпрепараты. Для этого руководство Башкирского госмедицинского университета планирует разместить на новой площадке фармацентр и центр биоинженерии. Они займут 4-й и 5-й этажи IQ-парка. Начинку новых структур будет составлять лаборатория передовых медицинских технологий. Ученые займутся синтезом новых веществ, обладающих разного рода активностью. Вот на основе найденных в лаборатории соединений лидеров будут созданы оригинальные российские лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессии, нарушений мозгового кровообращения и системы гемостаза. Мы обладаем всеми компетенциями для организации научных и научно-производственных площадей действительно от мирового уровня, которые будут отлицензированы и приняты от международного сообщества. Существуют надлежащие практики клинических, лабораторных исследований, а также надлежащие практики производства, которые мы планируем выполнить все, обладая компетенциями, обладая умениями и построить не только научно-учебную лабораторию для наших ученых, но и производственную лабораторию, которая будет приносить реальную пользу нашим пациентам. Ну и на территории IQ-парка расположатся тематические зоны и лаборатории и других вузов Евразийского НОЦ. Это Уфимского университета науки и технологии и Уфимского нефтяного университета. Предполагается, что первый этап проекта будет завершен в 2023 году. Вторая же очередь кампуса будет сдана до конца 2025 года.